Новый год праздную, 10 лет в тиме, а читаю как в первый раз, каждый раз. Остаюсь голодным, возвращаюсь и опять диктую моду. Столько рэперов скормилось на моих дисках, можно представить, что у них есть сиськи. Воу, иди играйся, я на работе, рисую их смешными, будто в анекдоте. Меня здесь волнует только приз за подписью на лист, когда юрист мне скажет, что с контрактом дело чисто. Это понятно, сын, ты смотришь на хип-хоп артиста, под чьи куплеты дают не детские бюджеты. Кто даже в феврале в зале делает лето, когда я читаю, люди чувствуют, когда я читаю, рэперам становится грустно, будто мой рэп живой цветок среди искусственных, будто здесь лучший рэпер, что говорит по-русски, лига. Осторожно, сын, не обожгись о пламя, я могу оставить твое эго в шрамах. Я занят своим делом, мы это знаем, и ты знаешь, я не проиграю. Пара тысяч долларов в моем кармане, выбираешь что-то в баре, я не парюсь, ты врубаешь. Пара модельных чикс на кожаном диване, я знаю, что тебя сейчас раздражаю. Разъясняю, полчаса дороже тачки, кто здесь неудачник? А, ты меня перечитал, намочил штаны, потом проснулся. Я не галась, кто ты, я не в курсе. Кто ты такой? 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 Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. Мы вернулись, рэперы, сколачивайте себе гроб. Дали вам много времени, вы не оправдали хип-хоп. Теперь будем проявлять свою строгость до конца. Рифма мафия штурмует стайл легального бизнеса. У меня есть мания все время писать и писать. В голове слишком много, что нужно людям сказать. Все на высшем уровне, я как настоящий президент. Да, студия звукозаписи, моя резиденция. Я должен сделать завтрашний день лучше уже сегодня. Это серьезная задача, и мне не до иронии. Кормлю рэперов треками в правильных пропорциях. Ни больше, ни меньше звучит рэп на моих акциях. N-Pass мудрый, куплеты как продукт питания. Много рэперы прошли через мое воспитание. Пифагор в рэпе старый, как греческая история. Много счастливых моментов, но не обойтись без горя. В 99-м чуть не убили на стритболе. Не, други, вы хотите убить меня, как тупака, что ли? Берегите меня, я один такой в русском рэпе. Продолжаю жить, творить на своем Олимпе. Вся моя жизнь поверх инструменталов звучит. Чтоб построить новый мир, голос молотком стучит. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby. Легальный бизнес. MC Legalize. Легальный бизнес. N Plus, baby.